Привет, друзья! У нас сейчас примерно 2 часа дня. У нас тут лодки. Вдруг потоп будет. Будет на чем плыть. Ха-ха. И вот еще одна огромная лодка. Так что у нас все в порядке на случай потопа. Ха-ха. Вот такое у нас небо, это, конечно, шутка. Мы занимаемся морскими скаутами, и вот мои морские скауты решили помыть эти лодки. Вот они стоят, ждут. А Стэнли просто неизвестно, что он ждет. Он просто валяется здесь. Привет, Стэнли. Привет, Стэнли. Он охраняет территорию. У меня теперь 2 кота, 2 мальчика уличных. Он и Калвин. Калвин это который черный. И они постоянно дерутся. Вернее, Калвин бы не дрался, но вот этот у меня, так как он появился первый, он все время утверждается. Смешнуля ты, кошачий, да? Смешнуля ты? А где второй? Сейчас пойдем проверим. Я хочу вам показать до дождя. Ну, во-первых, что у меня есть и какие у меня сегодня будут уловы. А, вот он, второй мой красавец, да? Калвин? Привет, моя кошечка. Привет. Кис-кис-кис. А я иду... Ой-ой-ой. До дождя хочу собрать немножечко винограда. А вот смотрите, это у меня пассифлора. Ее уже начинает кто-то грызть, поэтому... Ой, надо посрывать будет ее. Потом вам покажу, какая она внутри. Вон уже тут кто-то хочет ее съесть. А? Мою пассифлорочку. Вот хочу собрать немного винограда. Покушать. Вот у меня такой вот виноград мускатный. Сейчас покажу. У меня его немного в этом году. Ну, еще падает он. Падает. Соберу то, что поспело. Он в этом году как-то по-странному у меня спеет. Обычно он мне поспевает весь сразу, я его весь сразу собираю, и все. А сейчас он у меня по частям. Есть еще, который не поспел, есть, который уже переспел. Собираю. А вот франжипани. Красивый-красивый цветок. Ну, вот, кроме меня еще лакомятся птицы. Вот тут птички лакомятся. Поэтому надо еще успеть. До них собираю. Немножко соберу. Много не буду. Вот, получается, у меня не так уж много. Джунгли. У меня джунгли здесь. Желаю вам всем хорошего дня. Я вот стою на стуле здесь. Пытаюсь что-то собрать. Ну, кроме меня, тут еще много любителей хорошо покушать. Поэтому я со осторожностью все это делаю. Вот хочу подарить вам красивый цветочек. Они так хорошо пахнут. А вот делаю селфи вам с красивыми цветочками. Ой, аромат такой стоит от них. Какие они чудесные, эти цветочки. Ну, вот немножко насобирала, чтобы было покушать. Смотрите, какие у меня красивые цветочки. А сейчас надо успеть собрать несколько грушек. Вот хочу чуть-чуть грушек пособирать. Они уже готовые. Но это вот надо, наверное, лестницу мне, чтобы до них добраться. Тут у меня креветки. Это кустик. Называется креветки, потому что вот у них цветочки, как креветочки.
Это чайный кустик. Он уже тут, может быть, начнет цвести. Курма у меня еще не поспела, я уже не дождусь, но уже вот-вот. Вчера косила траву и задела парочку хурминок, попробовала, но они еще не набрали, не набрались. Вот они в этом году у меня очень миленькие такие, почему-то эти хурминушки. В прошлом году было очень много, и они были прямо огромные, большие, в этом году маленькие. А я побежала за грушками. Смотрите, какие у меня здесь грибочки выросли. Хотела показать мужу, оставила вчера. Но, по-моему, этот грибочек рушит мою коробочку. Вот здесь у меня имбирь. Ну, не очень хорошо растет, но растет. Попробовала повесить свою орхидею сюда. Посмотрим, как она здесь будет. Единственное, что у меня здесь нет дырочки в горшке. Надо пересадить в другой горшок, чтобы она смогла стекать. А я направляюсь к грушам. Но по пути. Вот у меня еще одна хурма, точно такая же. Тут тоже маленькие они в этом году. А я вот тут. Тут у меня белый виноград, мускатный, тоже мускатный. Вот у мускатного вот такие листья немножко другие. И сам виноград и по вкусу, и по виду немножко другой. Он вот это вот мелкий, он вообще крупнее, чем обычный виноград. Вот обычный виноград, он где-то, наверное, такой. А мускатный, он больше по размеру. У него немножко другой вкус. Но вот белый мне очень нравится, он вкусненький, сладкий-сладкий. И я его собираю. Вкусняцкий виноград. Будем кушать. Вот. Но почему-то этот не так ест со птицами. Может, потому что он как бы здесь спрятан, может, они боятся моих котов, птички. Вкусняшки, какие пауки огромные, называются банановые. Сейчас этого поймаю, где он? Вот он. Ну, они как-то с другой стороны сидят. Это еще небольшие, они бывают намного больше, чем вот это. Красавчики. Продолжаем плыть, так что если вам нужно средство передвижения во время потопа, вот обращайтесь к нам. Шучу, конечно. Конечно, шучу. А я отправляюсь дальше. Здесь у меня слива. Должна быть большая осина, очень она мне нравится, красивая. И грушки я сорву несколько, те, которые смогу достать. Вот. Это уже точно готово. Она же, по-моему, мягковатая. Сын у меня любит твердые. Долго ждали, уже, по-моему, она портиться начала. Да-да. Ну вот у меня урожай такой, правда, это самая красивая, она уже испортилась. Да, эту я оставлю птичкам. Зашла в дом, меня встречают мои кусики. Любимые котики. Вот кот номер один. Вот кот номер два. Ну все, друзья, вот такое короткое видео получилось. А вам желаю всего самого лучшего, самого светлого, здоровья, радости, красоты и прекрасного урожая. До новых встреч. Пока-пока.